Ну и как впечатление? Мы еще не катались, еще не катались. Почем билетики? 150 рублей. 150 рублей. 150 рублей. А по времени сколько занимает, чтобы наверх и донизу? А, девушки? 8 минут? 8 минут один круг, да? Ясно. Техника безопасности предусмотрена? Я от вас хочу услышать. Угу, спасибо. Так, ну что, попробуем? А? Ну давай прокатимся. Кружок-то, что-то. Итак, посещаем чертово колесо. Первый раз. С времен СССР мы не попадали. И вот теперь его реконструировали. Такая личная тема. И вот теперь мы можем на нем опять прокатиться. Сейчас Так, вот тут у нас заморочка небольшая, как пройти было. То что? Маленечко, тормознем. Так, мы, пожалуй, сядем куда? Ир, какой сядем? Да в любой. А? В любой. Где загорожено или где открытая? Давай где открытая, потому что мне надо снимать. Давай в эту. Или вон в ту же. Уже она уходит. Все. Ладно. Нет, ну а мы-то тут как снимем, Ир? Или если только стоя, вставать? Как впечатление? Хорошо. Наснимали? Ну, там надо, чтобы снимать, надо что? Привстать. А? Там привстать надо, чтобы... Надо привстать? А вы привставали? Итак, мы поехали. Всего хорошего нам пожелайте. Ни пуха, ни пера. Скажите, к черту! Все, спасибо. Вот. Делаем обзор. Первый обзор. С чертового колеса. Насколько ощущение, пока не понять. Потому что со времен СССР времени много прошло, пока это чертово колесо не сделали. И вот теперь удосужились все-таки. Скажу на камеру, значит, что даже, ладно, не буду говорить на камеру, скажу за камеру. Билетик стоит 150 рублей. Все удовольствие. Вот. Вот пока окружение такое идет. Вон уже молодые люди видим. Уже их практически они у нас находятся уже далеко. Итак, поднимаемся. Вот. Всем привет! С чертового колеса. Всем привет, с чертового колеса. Я думала, оно крутится. Оно, смотри-ка, и не крутится. Да, оно так оно... держаться только может. В том году, как крутилось, ой, времен СССР, ведь крутилось оно по кругу, крутили. Да. Это нет. Вот уже видны все достопримечательности Дзержинска. Вот. Мы уже почти на самой высоте или нет? Нет еще. Дом строящийся. Дворец Хивиков виден. Стадион, все прочее. Вот. Обзор, конечно, интересный. Очень даже интересный обзор. О, дома новые стоят. Набережная. Поповка. Все видно, как на ладони. Вот. Такие чудеса у нас делает. Черт.
обзор, конечно, уникальный. Уникальный обзор, уникальный. Сейчас мы на самой высоте. Вот. Ну, сейчас можно уже без комментариев делать. Уже комментарии все сделал, буквально. Будем по-тихому наблюдать. Вот так вот. Лесной массив такой. Парка осуществляется. Вообще красота. Неописуемая даже. Неописуемая красота. Отлично. Прям даже скажу, волшебное что-то такое проявляется. Волшебное, прям чудесно. Очень. Вот спускаемся уже. Через несколько минут уже будем на месте, на земле. Порадовала нас очень эта поездка. Отлично. Еще не раз придем сюда. Мы пока вот с женой пришли. В следующий раз придем всей семьей. Вот. Отлично даже. Отлично. Меня все порадовало сегодня. Единственное, только не порадовало, это танцплощадка. Остальное меня все почти порадовало. Да, еще фонтан не порадовал, что не включенный фонтан. Остальное все порадовало. Итак, все. Всем привет. Всем привет. С чертового колеса. Мы прибываем на место. Все. Ну как, понравилось? Понравилось? Да, отлично. Ну а тебе, герой, понравилось? Мы первый раз, мы еще времен СССР катались. С времен СССР мы катались еще. И вот решили вспомнить молодость. Похож, да? А? Похоже, да. Только раньше вот эти вот там руль, он крутился. Он крутился, да. И прям вокруг вращалось, да. Это как бы обзор такой интересный был. Вот наверх, когда вот уже наверх он заходит, и руль крутишь, и значит обзор идет такой хороший. И можно тоже и фотографировать такие сюжеты делать. Вот. А сейчас вот просто вот руль стоит, он ни туда, ни сюда не крутится. Да. Тогда вот так вот было здорово крутиться. Ну ладно, всего хорошего. И вам удачи. Если вы с вашего разрешения, с вашего позволения, в интернет ничего? Ничего страшного. Ну все, спасибо. Вы, когда захотите, все Алексей, доктор Леший. Хорошо. Найдете. Хорошо. До свидания. Подписывайтесь.